К нам очень важный гость. Сейчас будем играться. Что я взяла? Только все. Все? Кексы, что ли, еще взяла? Кексики. Спасибо. Нифига себе у нас. Смотри, дай ко мне клиентка пришла. Подожди, я хочу сфокуситься. Ты стой, лицо покажи. У меня все не фокусируется ни в коем. О, наконец. Сейчас чай я представлю. Ты куда? Куда тебя привели? Маленький. Аля-ля. Он сначала вообще боялся, потому что... Так я знаю. Ну ты маленький мой. Иди сюда. Маленький мой. Это мужик тут, да? Это мужик тут такой. Это такой мужик. Малыш. Интересно, да? Что это такое? Малыш. Ну ты мой красавчик. Красавчик, да? Красавчик. Смотри там. Смотри сюда. Смотри. Джарик. Иди сюда, будем знакомиться еще раз. Пойдем. Покажись. Вон, смотри, там все на нас смотрят. Смотри. Чек. Что ты целовать, что ты хочешь? Иди сюда. Ну давай поцелуемся тогда. А ты игрушку забыл? Игрушку ты забыл. Укусил меня чуть ли не за глаз. Вот как ушонок маленький, а? Вот как ушонок. Все руки меня покусал, а? Джек. Будем тебя, значит, на... Ух ты, как ты сильно рвешься, а? Джек, отпусти. Отпусти. Молодец. Смотри, как команды слушаются. Давай, прыгай. Захватился. А давай, тяни, мужик, тяни. Еще раз. Хава. Не все так просто. Хава. Угомонись. Все, ложись, отдыхай. Джек. Он спит у тебя когда-нибудь, нет? Да. Ура. Пора, Джек, пора. Все, игрушку спят. Куда пошел? У нас сейчас экскурсия по квартире с Джеком. Так. Два ребенка бегают. Два ребенка. Семья. И меня не надо, да? Я нифига не умею, прям такие дела. Девка-то не готова к собаке. Семейное фото. Да, ребята, на самом деле с собакой, оказывается, очень много нужно прям заморочек всяких разных. Вот сегодня буквально 5 часов
И мы устали уже. И он уже устал от нас, он лег. Спит, отдыхает маленький. Устал уже с нами. Мы от него устали, вон Настя уже все поникла, отдыхает. Я здесь сел. И он тоже устал. Все устали. Собачью. Не надо кусать меня. Блин, так больно кусаешься. Ты же должен маленько кусать, ты же ребенок. Ищите мне свои силы. Ну такие лапки прикольные. Прям. Смотри, какая у тебя лапка прикольная. Еще мне эту резинку. Чуть вену мне не съел. Блин, как он больно кусается. Нет, уйди. Вообще больно кусается, прям сильно. Вы с ним два ребеночка. Атака. Пас. Атакуй! Атакуй женщину! Молодец! Пацан настоящий! Давай! Так, Настя, вставай сама, лежишь ведь! Человек, стой! Ах ты! Нельзя! Угол забил девку! Сейчас волосы у тебя, Настя, все эти. Ну что ты? Джек, нельзя! Джек, ну-ка. Ты маленький. Это моя карманная собачка. Карманная. Потом Лера будет смотреть все блоки и думать. Господи, что вы делаете с моей собакой? Ты что меня оставил? Блин, что у меня? Ты нормально, блин? Я тебе ничего уже не делаю, ну оставь меня! Джек! Ну дай ему маленький еще. Тихо, я тут ни при чем. Настя, сядь уже, ты камеру чуть не сломала. Итак, как поцеловаться с Хаски? Так вот он целуется, что ты боишься? Маленький, маленький. Ты меня трогаешь. Все, тихо, дай поспать ему. Я головку почесать, как Пашке. Быстрее мне нравится. Даже лапка делает. Так же, как ты. Я стала чесать голову. Давай, я тебя скажу, блядь. Тут нравится, да? Кай. Кай. Да, Кай. Он глаза не закатывает? Закатывает. Кай, скажи мне, ты школа? Какой хорошенький. Успокоился, маленький. Вот в таких моментах хочется, да, сразу же? Он такой же, как ты. Только когда голову чешешь, успокаиваешься. А так хочешь, берешь и не вещь. Осечку. Осечку. Капец, Паша, у него такие голубые глаза. Ты просто вот так вот посмотри очень близко. Офигеть, да, какие глаза? Прям голубик-голубик. В целом, в свой уголочек пошел. Я собака. Ты не собака, ты жопа. Ой, эти чундрики. А, он на писю. Видишь, мы с ним даже не кусаемся, да? Даже не кусаемся. Вообще не кусаемся. Попасть не можем.
А вот укусили чуть-чуть. А вот нормально укусили. Лялька, блин. Дай потишу.